Всем привет! С вами Джонни Паппет. Это рубрика «Первый взгляд». Вы когда-нибудь играли в игру, похожую на Арканоид против полчища зомби? Нет? Так вот, перед вами игра Smash Duo, где вы в одного или вдвоем с другом отбиваетесь от нашествия зомбаков. В игре присутствуют два режима. Первый я бы назвал аркадный, в котором наши монстрики нападают, пока у нас пальцы не устанут вовремя тапать по экрану. А сбиться с ритма и пропустить мяч легче простого, ведь их становится больше и больше. Второй режим – компания, в которой 5 глав, в каждой главе 10 уровней и босс. После прохождения главы нам дают награду героев, коих здесь немало, аж на 108 штук. Все они из популярных фильмов, мультфильмов, компьютерных игр. Ну, вы дальше все поймете, когда я буду играть. У каждого героя, или пары героев, считайте сами как правильнее, свой стиль. Подачи, отбивание мяча, звуковые эффекты, все вписывается в характеристики персонажей. По мере прохождения мы получаем ключики для нашего сундучка, в котором возможно новый монстрик или монетки. Монетки можно потратить на получение героев с помощью вот такого вот странного аппарата, который похож на собаку. А также на прокачку умений. Их всего 5 штук. Это поджог, цепная молния, морозный взрыв, гамма-излучение и бешенство. Ну, в общем, вы сами сейчас все увидите. Бежим! То есть у нас идет счет вперед на то, сколько зомбарей мы уничтожили. Кстати, сейчас фиолетовый, это у нас был наш навык, который называется цепная молния. Так, отбиваем. Зеленая полосочка, которая шкала наполняется, это двукратное увеличение очков. Ух ты! У нас сейчас будет инферно. Ага, будет. По голове мне будет инферно. Так, у нас подарочек есть какой-то. Давайте откроем. Что там? О, монетки. Люблю монетки. Так. Давайте, не хочу я этими играть, я хочу выбрать, знаете кого? О-о-о, сколько ж тут, блин. Тут есть вот, и сейчас вам более знакомых. Панда и вот этот Мишка. Потом Наруто вроде и еще кто-то, могу ошибаться. Так, это кто у нас? Какие-то чувачки, Спики и Альфа. Давайте выборочно. Вот что выберется, то и пускай. О, у нас выбрались вот эти, ну ладно. Погнали. Это сюрикен, по-моему, я не вижу. Так быстро летает. Так. 6, 7. А, блин, да. Не туда смотрю, все. Да-да-да, я понял. Так, не нравятся мне вот эти парнишки. Два. Давайте. Лилит и Гоу. Не знаю таких. Кто тут у нас еще есть? Так. Видел Фредди и Джейсона, Фредди Крюгера. Вот они. Вот я бы их открыл бы. Ими бы поиграл. Ну ладно, пускай эти были двое. Дальше у нас идет здесь прокачка уровней, про которые я говорил, ой, уровней навыков наших, которые появляются на зомбаках, и при уничтожении зомби они наносят то повреждение, которое на них нарисовано. Допустим, горящий, вот вы видели, он поджигал. Молния, он намолнял. Ну, в смысле, вы поняли. Была цепная реакция, молния цепная, повреждала несколько врагов. Вон он ходит уже, красненький, оранженький, синенький, по нему бы попасть. Вот. О, сразу видите троих, еще троих. Вообще здоровский.
Ух ты, двукратное увеличение очков. Главное не отвлекаться, хотел сказать. Так, что нам дадут в этот раз? Эх, одного ключика не хватило. Печаль. О, сейчас у нас Лилит. Монстрики другие. Так. Ну, давайте, ладно, перейду из этого режима в компанию сейчас. Я специально проиграл. Ха-ха-ха. Так. Что нам дадут? Ух ты, новую локацию открыли. Там какой-то... здоровский. Там какое-то кладбище было. А как выбрать? Выбрать, к сожалению, нельзя. Ну ладно. Так, переходим. Я дошел здесь до 5 уровня. На 5 уровне у нас босс. Но он такой бешеный, скоростной, что его невозможно пройти. После этого прохождения нам дадут вот таких вот героев. Там Зевс и Нептун. Два бога вроде. Молнии и воды. Так, Додж, уворачивайся. Я готов. Ай! Есть, 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 есть. Получай, получай, получай. На-на-на-на-на-на-на-на-на. Вот тебе, вот тебе. Так, продолжаем. Продолжаем, ребятки. Опа. Ах, блинский, блин, слишком рано, рано. Ну что ты. Давайте еще разочек сыграем. Так, я готов. Погнали. Опа. 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 Ай, блинский, да что ты. У нас уже ведь поменялись. Ну-ка, продолжишь. Так, продолжить не получилось. Во, у нас новый уровень, смотрите. Кладбище какое-то. В общем, вернемся к нашему боссу. Сложному. Так, я готов выворачиваться. Давай. Раз, два, три. Ну, слушайте, а можно так двумя сразу? Опа. Получай, получай. На-на-на-на-на-на-на. На тебе. Звездочек турикенов получай. Так. Опа, вернулись. Опа, вернулись. Опа. 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 Нет, нет, нет. Ну, давайте еще раз его попробуем. Последний раз, наверное. Эх. Интересно. Так. Я готов. Опа. Так. И это у нас... Да, что ты делаешь? Невозможно сконцентрироваться. Это у нас был как, ну, шляпочник, что ли? Ух ты, а это кто? А, это Веревульф. Это те герои, которые мне уже открыты. Это вампир. И Веревульф. Опа. На-на-на-на, получай, 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 получай. Давай. Я думаю, я его попробую пройти. Эй. Получай. На-на-на-на-на. У ребятки осталось продержаться еще чуть-чуть. Давай. Ай. А, он такой говорит, я вернусь. Ух ты, мы прошли босса. Как круто. Что-то двукратное увеличение? Нет, потом. До свидания, возможно. Так, он будет у нас на 10-м, так что я мог и ошибаться. То есть этот босс у нас будет, знаете где? Ой, что, я перепутала, я думала, с боссом бьюсь, не то жму. На 10-м уровне у нас он же и будет, то есть получается, я немного вначале ошибся, то есть на... В главе у нас будет один и тот же босс, скорее всего. Но это пока не точно. Так. Так вот. Ой, блин. Еще разок. Так вот. Мы играем сейчас за героев. Девочку эту я не помню, как зовут. И, ну, по-моему, это Чарли Шоколадная. Как-то там из фабрики, что ли. И у них вместо мячика кружка. Они швыряются кружкой. Эх, близкий. Так вот, в режиме компании, наоборот, они отчитываются, монстры. Было сколько там, 60, по-моему? Теперь уже, ну, или 50, не помню. Уже 39. У нас сейчас монстрики с тыковками, которые открылись когда-то. Эй. Играем за Дарка Вейдера.
И Люка с Скайуокером. Папу и сынка. Ай. Ай. Отлично. Цепная. Цепная молния. Еще разок цепная. О, господи. О, господи. Еще разок. Еще разок. Вот это разошелся. Ай. Вот это я разошелся. Ай. В общем, ребятки, вы были на канале Джонни Паппет. Не забывайте подписываться. Ставить лайки, писать комментарии. Всем пока. Я не знаю, когда остановлюсь, потому что что-то у меня... А, все. Всем пока.